Основной этап поступления завершен. 1256 абитуриентов стали студентами очной формы обучения Северо-Восточного федерального университета. Помимо этого, более 200 человек поступили на заочное отделение. Таковы итоги основного этапа зачисления. Отметим, что с начала работы приемной комиссии СВФУ было подано 9000 заявлений. Из них 75% от выпускников школ. Сегодня было рассмотрено зачисление 1256 абитуриентов по всему университету по очной форме и плюс 201 человека по заочной форме. Сегодня также у нас дополнительно рассматривался вопрос о зачислении по целевой квоте по программам магистратуры, по программам ординатуры. Ну, до обеда, вот как раз именно к обеду у нас прошло заседание и изданы приказы. Все приказы у нас размещены на информационном стенде приемной комиссии.